Чуваки, всем привет! Сегодня снова у нас видос по SGM Luck, и сегодня снова будем открывать сундуки. Не знаю вообще, какие не будем. Давайте сразу залетим на Golden Box и будем тут что-нибудь крутить. Шмоток золотых красивых много, не золотых, некрасивых, по-моему, даже нету. Поэтому, по идее, чтобы не упало, я обрадуюсь. Но, конечно, зависит еще от цены. Ё-моё! Что происходит? Так, мы сразу выбиваем скади за 500 рублей и уходим в плюс с первого же сундука. Ну, это хорошо. Так, давайте продолжать. Откроем, не знаю, Аркана Сет. Аркана Сет — это, наверное, не самый лучший сундук, потому что арканы, они, конечно, тут падают, но падают тут довольно нечасто, как бы не с каждого первого сундука, вы же сами понимаете. А нам нужно какое-нибудь зрелище. Так, ну, блин, чуваки, вот эта штука уже 400 стоит. По-моему, мы опять уже уходим в плюс. Что ж творится-то такое? Мне, пожалуйста, аркан на СФ. Блять, почти на минера. Так, окей, окей. Не, сеты на самом деле говно, поэтому я их продам, но уже 700 рублей, если что, чуваки. Как бы денег вообще куча. Так, ну хорошо, хорошо, мне нравится. Погнали, что ли, легендари или я не знаю. Кастом, Сларк, Винтер. Мне нравятся сундучки подороже. Экстру пока трогать не будем, это, конечно, самый дорогой. Но хотя бы вот около соточки что-нибудь открывать, потому что под 29 рублей, ну, такое себе, чуваки. Так, крутим, вертим, смотрим. Чё тут падает? Чё тут падает? Какой-то Войд. Войд этот стоит, по-моему, полтос. Полтос меня не устраивает категорически. Мне, пожалуйста, вот эту вот накунку штуку за 800 рубасов, или сколько она стоит. Опа, а это что такое? 100 рублей. Ну, нормально, 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 нормально. Это Войд или Рики вообще? Чё это за животное? Ладно. Так, экстра, ДК Иммортал, Легендари, Иммортал Бокс. Как много всего. Давайте откроем на Сларка, что ли. Сларк — это хороший парень. И стоит всего лишь 19 рублей, поэтому два штуки сразу крутанем. И будем надеяться на хотя бы вейвкаттер или скади, вот этот вот не золотой. Это тоже будет достаточно неплохо. Кстати, да, чуваки, если что-то хорошее... Ну, сегодня уже выпал скади, как минимум, поэтому если выпадет что-то круче скади, то я разыграю эту шмотку. Если нет, то я уже как бы разыграю скади, поэтому давайте там пишите в комменты что-нибудь. Желательно свой ВК-ID, ставьте Лукас ролику и подписывайтесь на канал, и будет у вас изи скади. Так, ну а пока что... Будем открывать сундуки дальше и надеяться, что выпадет что-то еще более классное. Я на самом деле хочу... Блин, вот даже не знаю. В Golden Box там есть что-то вот такое. Не помню, как эта шмотка называется, но она стоит прям миллиард долларов. Во-во-во-во-во. Вот это вот хреновину. По-моему, она 1700 стоит. Golden Infernal Chieftain. Вот я бы от нее не отказался прям вообще. Или от золотой томбы за 6 косарей. Грявол за сотку тоже, конечно, да. Да, зайдет, зайдет. Ну ладно. Пока что в минус идем. Ну, с этого сундука. Давайте Риперс Рил! Голден Сикин. Сиклин. Сколько он стоит? 570. Ну, нормально, нормально. Мы, по-моему, даже в минус не ушли. Даже учитывая этого грявола вонючего. Давайте еще раз крутанем. Да, мы в плюс рубль скатнули. Хочется, говорю, что вот этот вот шлем долбанный, либо томбу. Либо вообще вот эту вот херовину. Не, эта штука дешевая, я помню. Эта штука дешевая, вы меня не разведете. Давайте, пожалуйста, хотя бы вот эту вот штуку, она стоит 600 рубасов. Я не откажусь и буду доволен. Уфу-ху-ху. Так, ну нормально, чуваки, нормально. Не знаю, забрать или нет. Я вот эту херню продал. Давайте, знаете, как сейчас сделаем? Забрать нажмем на главную и зайдем в профиль, продадим эту херню за 150 рублей, что она мне вообще не нужна. Не вперлась, так сказать. Так, хорошо. Теперь погнали сетики крутить. Ну что, мне нравится, мне нравится. Что-то мы вообще на изичах катаем, по-моему. Сейчас еще кофе чуть остынет, будет вообще классно. Так, так, и это... Что это за херня? Broken Scale, уходи. Не знаю, по-моему, какая-то шляпа, но сейчас разберемся. Сейчас бы с эти, как в прошлый раз, за косарь лутнуть, было бы прям белиссимо. Не, мы лососнули тунца. Ну, лососнуть тунца, это тоже, знаете, иногда нужно, иногда нужно. Поэтому давайте откроем экстра за 900 рублей. 900 рублей, чуваки, это пиздец. Хочу себе Size of Ice, или Контусу, или Аркану, или что-нибудь. Тут же все классное. Кроме этой херни. Господи, что могло быть хуже? По-моему, это реально самый отстойный лот в этом сундуке. Ну и ладно, ничего, ничего страшного. Сейчас мы вроде шли в плюс, а теперь двумя сундуками просто себя, ну, втоптали немножко, да,
сами знаете что. Ну окей, давайте по проверенной системе золотые сундуки крутить. Золотые сундуки, это, по-моему, классно. Опа, а вот эта штука, по-моему, дорогая. Выглядит как кусок говна, но стоит достаточно много, насколько я помню. Сейчас бы еще со второго сундука что-то прилетело и будет вообще классно. Ну уже, давай. Не, херня. Но с первого-то окупится. 1200! Ладно. Забрать, окей. Вот эта штука стоит 200, чтобы вы понимали. То есть эти плечи обоссанные стоят 1000 рублей. Ничего не имею против этих плечей, кроме того, что они ужасные. Ладно, хорошо. У нас уже дропа на 2 косаря, если что. Вот такая вот вам инсайд инфа. Ладно, давайте экстру крутить. У нас 900 рублей, но я хочу крутануть экстру. Типа, чисто на последние деньги. Если сейчас какой-нибудь Mace of Ions упадет, там, не знаю, таймбрейкер, я обрадуюсь, конечно, и буду крутить дальше. А если нет, то и хер бы с ним. Блин, 600 рублей. Ну, да, не оправдали мы. Риск. Ну, что поделать. Нормально, давайте Аркану сет крутить. Может быть, все-таки Аркана выпадет. Аркану разыгрывать это красивее, чем Скади какой-то. Вот не знаю, может, вы плечи хотите больше. Они как бы дороже, но стоят они, по-моему, как кусок говна, поэтому я все-таки Скади пока разыгрываю. Если не упадет сейчас Аркана какая-нибудь лютая, невероятная, зеленая. Дайте мне Аркану на Кристал Муиден. Она ж никому не нужна, правда? Блин, вот это так что забавно было. Почти что отдали, но нет. Ладно, окей. Давайте открыть снова. Еще чуть-чуть покрутим сейчас, будем уже, наверное, сваливать, потому что, как говорится, самое главное это вовремя стопнуться. И не крутить на все бабки. Хотя мне это, конечно, хочется, пиздец. Так, что это? Какой-то зеленый бомжара. Водоросли, чувак водоросли. Ну ладно, окей. Хотя вот следующий, кстати, сет стоил подороже, лучше бы он упал. Так, опа! Добрый вечер, молодые люди. Тут у нас сет прилетел на Ликантропа за 1000 рублей. Ну, в общем, разыграю тогда его. Ставьте лукас и подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Блин, и денег теперь чуть не хватает. Ну, вы видели, да? То есть сейчас профиль. Давайте продадим вот это. Продадим вот это. Оставим себе вот эти три шмоточки божественные. И крутанем еще раз арканку. Ну, пока что, короче, разыграю этот сет за 1000, потому что это долбанный сет за 1000, вы сами понимаете, да? Ну, и вы можете его выиграть, поэтому сами знаете, что делать. Так. А пока что нам падает... Ух, фак май. Да, вот тут смотрите, вот прям все сеты, которые были впереди, они все классные. И вот этот, который нам выпал, он, по-моему, тоже ничего. Поэтому я, в принципе, доволен, да? Да, 460 рублей, чуваки, мне нравится. В минус я уходил, ну, надо сказать, не часто. Может быть, они тут с дропом что-то намутили, ну, типа, в обнове какой-то, и теперь стало лучше выпадать, я не знаю. Не помню, как падало в последний раз. Аркана! Летить, колотить! Почти упала, я аж заволновался. Кофе чуть не разлил по всей квартире. Ну ладно, не аркана. Спокойней. 240, ну блин. Ладно. Только начал хвастаться, что в минус не ухожу, и оказалось, что зря хвастался. Так, ну что, еще пару сундучков надо будет сваливать, наверное, потому что, по-моему, я все-таки сливаю уже все свои деньги. Хотя я пока что до сих пор в плюсе. У меня там на 2500 где-то шмота валяется, и сейчас мы еще вот это вот крутим всякое, мутим. Или на 2500, или на 3 косаря, я не помню, но поиграли мы хорошо сегодня, хорошо. Так, пожалуйста, что-то не такое хреновое. Ладно, может быть, хватит еще на одну прокруточку. Да, хорошо. Ну все, это, наверное, будет последний наш крутящийся сундук. Предпоследний. И закончим на этом. Блин, ну что такое? Я хочу закончить красиво, а не выбивать сеты по 30 рублей. Или сколько этот стоит на лича? Он совсем уж шлак. Так, ну. Не, опять херня какая-то. Господи, 200, блин. Хуже и хуже. Что ж такое? Надо было реально сваливать. Че, может, на последний хватит-то? Хватило, господи. Дают мне шанс еще отыграться. Манифолд парадокс. Может быть, он выпадет? Мышка на нем остановилась. Я не останавливал, ничего не делал. Это судьба. Так, сет этот на ДК. Он стоит рублей 300. Это хорошо. С первого сундука ушли в плюс. Что же будет со второго? Ну! Манифолд парадокс. Собака. Блин, между двумя арканами. 300, нет, еще и сет не очень хороший. Ладно, походу сейчас вот этот сундук все, реально последний. Я не знаю, почему мы крутили сегодня только 3 сундука или 4, но мне кажется, они самые классные. Потому что крутить сундуки по
сколько там, 19 рублей, это не очень круто. Так, эта штука стоит сотку, это я помню. С первого сундука лососнули тунца. И со второго мы, ну, давай, давай, собака. Нет. Все, лак закончился, 240 рублей. В общем, да, надо было сваливать, когда у нас еще, когда у нас еще были нормальные предметы. Сейчас у нас там сколько рублей? 360. 360 рублей, чуваки. Давайте последний, короче, Golden Box открываем. Я не знаю, я, наверное, зависимый наркоман. Надо мне по лицу дать. Не знаю, тряпкой мокрой, чтобы я проснулся и перестал бабки сливать. Потому что, ну, выбил же уже все, что хотел. Чё тебе надо, скотина, уходи. А, нет, вот взял еще за 600 забрал. Чё-то я граблю, как хочу. Я не могу остановиться, чуваки, пожалуйста. Пожалуйста, заберите меня отсюда. Что творится? Я хочу что-то жесткое. Ну, давай, давай. Это, по-моему, это вообще ни хрена не Golden. Golden тут так в названии. Ладно, хорошо. Golden Hood у нас появился. Ура! Он стоит 10 рублей. И эта херня еще мне меньше, господи, 65. Вот, все, наконец-то меня охладили чуваки. Сказали, хватит нас грабить, чувак, ты вообще конченый. И выдали мне какую-то херни полной. Так, ну и все, на этом мы сегодня заканчиваем. Спасибо вам за просмотр. Участвуйте обязательно в розыгрыше Аркены. Я сейчас это все себе как-то... в очередь на выдачу. Я сейчас себе все это заберу. Выдам вам потом этот сет через неделю или через сколько. И, кстати, если вы какой-то розыгрыш пропустили, какой-то... какие-то итоги, то обязательно заходите на мою ВК-страницу, там, скорее всего, на стенке все есть, потому что я все итоги заливаю именно туда, чтобы не засорять канал. Ну, вы сами понимаете, думаю. Ну и на этом, наверное, все. До новых встреч. Всем пока-пока.